Матч «Велес-Москва-Факел-Воронеж». На наш вопрос готов ответить главный тренер команды «Велес» Алексей Борисович Стукал. Алексей Борисович, поделитесь первыми впечатлениями после игры. Матч у нас сегодня не получился. Причины, будем разбираться. Долго сейчас сидели, общались. Надо спокойно посмотреть с холодной головой, почему так получилось. Соперник был лучше. Это объективно. И создал больше голевых ситуаций. Поэтому мы можем сегодняшним результатом только радоваться. Сегодня было много мелкого брака в работе с мячом, передачами, в единоборствах. Это последствия трех матчей подряд за короткий отрезок времени? Опять же говорю, тут надо разобраться, потому что была и смена покрытия, и сверхэмоциональный матч с крыльями-советами. Хотя мы делали определенную ротацию, но все равно... были, по сути, моменты все приходили с наших ошибок, с детских ошибок, опять же. Так играть нельзя, но, я говорю, надо посмотреть, разобраться, в чем ситуация. Сегодня игроки нашей команды часто оказывались на газоне, не сводило ноги, с чем это связывается? У нас там не то, что там часто, у нас там несколько человек всего было, Опять же говорю, видимо, есть момент недовосстановления. Какой-то есть момент, на который мы должны обратить внимание, посмотреть. Есть момент этот, надо подумать. Сейчас как раз тройник этот закончился. Для нас это первый опыт, и для многих футболистов в том числе. Поэтому надо просто посмотреть, все оценить и двигаться дальше. Как вам поддержка трибун в сегодняшнем матче? Молодцы, я очень благодарен болельщикам, потому что если бы это был матч, как и в Алгаре, как и в Ваново, без болельщиков, я не знаю, может быть, благодаря им на каких-то эмоциях где-то что-то вытащили.